Между тем, в городе Пугачев в водопроводной воде отмечено превышение предельно допустимой концентрации марганца. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте районной администрации. Отмечу, проблема с водой в городе появилась примерно неделю назад. В группе «Жизнь в Пугачеве» в соцсети ВКонтакте один из пользователей пожаловался на неприятный запах воды из-под крана. В тот же день на сайте администрации района появилось предупреждение о необходимости жителям Пугачева использовать бытовые фильтры, либо употреблять для питьевых нужд бутылированную или кипяченую воду. Как информируют местные власти, было проведено рабочее совещание по решению проблемы качества питьевой воды. И сейчас якобы этим вопросом занимаются специалисты. Как пишет местное издание «Пугачевское время», бывший глава района Станислав Сидоров предпочитал замалчивать эту тему, хотя ситуация обостряется каждое лето. По последним данным, концентрация марганца в воде Большого Иргиза превышена в 11 раз, и в водопроводной воде в Пугачеве в 7 раз. Очистные сооружения в городе работают на пределе возможностей и не справляются с загрязнением. Напомню, это не единственная экологическая проблема, от которой страдают жители Пугачева. Ранее местные жители пожаловались в региональные СМИ на свалку, которая периодически горит уже 10 лет.